Всем привет! Сегодня 1 декабря, и я не знаю, влогмас это или не влогмас, но сегодня я буду наряжать квартиру. Сегодня я первый день из трех нормально себя чувствую, я немножко приболела, у меня болело горло, и вот сегодня я проснулась и почувствовала себя человеком, здоровым, живым, и решила, что могу уже радоваться приближению Нового года, началу декабря. Для меня это всегда вообще самый классный, самый волшебный месяц. Только постепенно, только с годами, со временем я научилась и поняла, что нужно самой вокруг себя создавать волшебство, раз оно для меня важно. В детстве как бы это родители все делали, а сейчас, если не сделаешь ты, не сделает никто. Вот. Ну и плюс, я еще не пересматривала свои старые влогмасы, но я уже знаю, насколько плохое у них качество, потому что я их снимала на телефон, и потому что, ну, было как-то, как мне кажется, не так душевно, что ли, какими вообще должны быть такие видео. Поэтому мне хочется в этом году все равно сделать какие-то классные, вот, запечатлеть что-то классное, что-то новогоднее из своей обычной жизни, простой жизни, как я люблю говорить, чтобы потом, опять же, с удовольствием пересматривать. Это, конечно, не первая моя мандаринка в этом году. В ноябре мы купили, попробовали. Я уже тогда почувствовала, что совсем скоро праздники. Ну вот сейчас почему нет? Кислющее. Кислое, правда. Но они же всегда разные попадаются. Что еще рассказать? У меня за спиной прекрасные самодельные картины. Это рамки, которые я сама сделала из картона. Картинки, которые я сама нарисовала, вот эту за 7 минут, это за 10 минут. В общем, произошло какое-то преображение все равно жилища. Мне очень это нравится. И уют, о котором я постоянно говорю, без которого вообще очень сложно находиться дома. Повторюсь, в сложившейся ситуации, которая происходила весь 2020 год, мы все вынуждены большую часть времени проводить дома. И вот, короче, без этого уюта, ну, невозможно делать это с комфортом и удовольствием. Поэтому для меня так радостно и трепетно то, что сегодня еще и буду украшать уже новогодними штучками квартиру. И еще за ноябрь у меня появилась такая довольно необычная декорация. Это ветки в белой вазе, ветки, покрашенные белым акрилом. И их я тоже буду наряжать. И для меня это интересно, как это все будет смотреться по итогу. Конечно, из-за минимализма меня в первую очередь вдохновляет различный скандинавский интерьер. Только не вот это вот уже орусевшее сканди, которое у нас повсюду, а то, что действительно там. То, что какие интерьеры, какие украшения, какие вот различные самодельные игрушки или вот из натуральных материалов, а-ля деревяшки, палочки, там опять же те же шкурки апельсинов, мандаринов. Вот таким украшательством квартиры я вдохновляюсь, но я еще попробовала не все. В этом году у меня сделаны, у меня из такого вот, из около живого настоящего, это шишечки, самодельная гирлянда, но я не уверена, что я буду ее использовать, потому что хочется, чтобы все равно же выглядело это все как-то, ну, презентабельно, прилично. Вот картины выглядят вот просто вот. Сейчас я еще покажу. Картины выглядят не так, как будто они сделаны своими руками. Ну и от украшений самодельных, конечно, ждешь того же самого. Так, потом пластиковые старые елочные шарики, которые у меня были разноцветные, там были темно-синие, какие-то серебристые. Я их большую часть покрасила в белый и в бежевый, потому что, опять же, какая квартира, так и хочется, чтобы вся целостность этих цветов и вообще общего ощущения квартиры колористического цветового оно сохранялось, ну это уже сдвиги. И один шарик я даже сделала такими нитками. В общем, все, естественно, буду показывать. Ну и вот ветки. Вот эти ветки в вазе очень часто это используется в скандинавских каких-то интерьерах и украшений скандинавском предновогоднем. То есть даже елка никакая не нужна, если есть вот колба-ваза, из которой торчит, это может быть еловая одна ветка или вот какие-то просто обычные деревянные ветки, и на них уже новогодние шарики, что-то вот такое красивое, симпатичное. То есть это, вот, я правда считаю, что это и есть минимализм, и этого достаточно. Я очень охладела к мишуре, в мишуре я люблю только запах. Вот ее запах, когда вот это запах детства. Но в целом особо никаких блестюшек и так далее уже в Новый год очень давно не хочется. В целом получилось точно так же, как и в прошлом году, в прошлых влогмасах, то, что я говорила, что я ничего к Новому году не покупала. Вообще.
И я бы очень хотела, чтобы больше людей, прежде чем вот вестись на этот какой-то новогодний шопинг, на эту рекламу и загораться, увидев какие-то красивые игрушки и в Ашанах, и в других магазинах, в Зара Хомах и прочем, они сначала перебрали то, что у них уже есть, оценили масштаб, оценили вообще то, как они хотят украсить квартиру, и уже потом, после того, как полностью увидели ассортимент, который у них есть дома, уже потом шли за покупками и выбирали то, что действительно нужно. За хриплость голоса извиняюсь, за какую-то припухлость, опухлость извиняюсь, я все-таки еще болею, но ощущение праздника и запечатлять вот это вот свое состояние мне очень сильно хочется. И еще я сегодня единственный раз за декабрь, помимо Нового года, хочу сделать оливье, только по другому рецепту, без вареной колбасы, вместо вареной колбасы добавить вареную курицу. Все остальное, как обычно, ну и огурчики, не соленые, а просто огурчики. Вот. Во-первых, попробуем, чтобы это на новогоднем столе не было никаким сюрпризом и непонятным новым вкусом. А во-вторых, это еще больше усилит мою радость от сегодняшнего дня и от начала декабря и приближения Нового года. Вот уже стоит мой новогодний пакетик со всеми украшательствами, помимо елки только. Вот такие два контейнера у меня получились. Я не рассчитала, я думала, я на один сделаю, получилось на два, но все равно классно. Я уже попробовала, мне понравилось. Сейчас будет еще один дегустатор. Вадик, иди сюда. Это? Давай, пробуй. С курицей? Да. Он правда не пробовал Я до понял. этого. Похоже на оливье? Не похоже, да? Мне показалось, не Да похоже. нет, нормально. Все, сейчас увидели, что у Беда вышел новый обзор. Будем кушать и смотреть. Вот, кстати, та конструкция из покрашенных веточек и вазы, о которой я говорила в начале. И здесь еще очень красивая нарисованная мной птичка стоит. Но вот ее я тоже буду наряжать.
мой мешочек. Добро. У нас есть венок. Сейчас бы его аккуратно расправить. Он будет на кухне. Сейчас, подождите, перестановка. Вот так будем. Так, у нас есть венок. Все, лежи, лежи. Все, все, все хорошо. Вот такая, ну, это, наверное, скатерть или типа того. Но я не уверена, что я в этом году буду это использовать. А, купила в секонд-хенде что-то за 50 рублей или типа того. Ну, очень она, вы видите уже, я обожаю клетку. А здесь еще такая новогодняя клетка, поэтому супер. Так, звезда на елку. Бенгальские огни уже заранее куплены. Киса, тихо, тихо, тихо. Это, как это называется? Фонарик, свечка. Здесь включается такая штучка. Родители на прошлый Новый год дарили. Но уже не буду запаковывать, потому что точно куда-то поставлю. Еще одна свечка от родителей. От свекрови. Такие подарочные пакетики тоже храню. Потому что почему они 100% пригодятся когда-нибудь. И вот они у меня в новом сложенном виде. Но они останутся здесь, в этой упаковке. А мы продолжаем. Еще у меня есть коробка с очень красивыми шариками. Тоже нам их дарили. Вот такой вот красавец. Здесь в Почте России. Это не понадобится в этом году, потому что у нас елка в другом месте. Здесь две гирлянды, одна красная, одна бело-синяя, сдвоенная, и мишура. Ну вот про мишуру я уже сказала, что она не понадобится мне. Я не буду тоже убирать это, вдруг что-нибудь меня осенит. Вот. И осталась только коробка с игрушками, именно на елку, которые пойдут. Вот они. Здесь у меня... наклейки, короче. Одно делала я, вот, кстати, можно показать. Я делала вот это. Это я нарисовала сама и обработала скотчем с двух сторон, чтобы можно было использовать куда-нибудь. Вот. И такие же наклеечки. Ну, а дальше все стандартно. То, что я уже рассказывала. Шишки, бантики, звездочки и все серо-бело-бежевое.
мне нравится сам процесс наряжания, а Вадик каждый год ответственный за гирлянду. И насколько, короче, из-за моего опыта могу сказать, что гораздо круче, когда гирлянда последняя как бы устанавливается на елку, потому что тогда огоньков больше, их четче видно, и игрушки им не мешают. Вот. Но это, конечно, долго все равно поправлять. Но даже когда мы ее устанавливали первой, и только потом устанавливали, блин, короче, украшали сначала елку гирляндой, и только потом вешали игрушки, там, мишуры и прочее, все равно потом все поправляется, чтобы было равномерно, мы немножко перфекционисты. Так что у нас вот так. Как всегда бывает, когда делаешь что-то классное, очень устаешь, но очень-очень сильно доволен. Вот такое 1 декабря у меня, у нас. Может, кому-то и надоедает елка за 30 дней, 31 день. Мне нет. И стоит она у нас всегда до Рождества. До Старого года редко мы ее оставляем. В январе, потому что, я не знаю, может, я повторяюсь, это уже говорила, что в январе как-то хочется все, все, Новый год, все, вперед. Ну, то есть вот эти вот там 4-7 дней, а потом как бы и все. Поэтому вот, зато я вот говорю с 1 декабря и 30 дней, и прям классно. Конечно, квартира выглядит странно для самого начала зимнего месяца, но мне так хорошо и так уютно. Поэтому какая разница, кто что подумает. Главное ведь, чтобы я здесь живу, короче. Мне должно это все нравиться, а мне нравится очень. Спасибо, что смотрели, спасибо, что смотрите. Привет родным и близким в Сибирь. Всем пока!